В Гомеле проходит областное первенство по боксу среди молодежи. В турнире участвуют более 50 спортсменов 2001-2002 годов рождения. Сильнейшие боксеры отсутствуют, они сейчас находятся на сборах национальной команды в Египте. Успешно выступившие на областном первенстве поедут на первенство Беларуси. Показавшие себя на республиканском уровне получат билет на чемпионат Европы. Участников у нас более 50 на этих соревнованиях. Ну, хочу сказать, что, в принципе, состав у нас неплохой. Два человека наши сейчас отсутствуют. Они в составе национальной команды участвуют в учебно-тренировочном сборе в Египте. В составе нас команды. Вот. Ну, я думаю, что перспективы такие самые радужные на первенство Республики Беларусь. Готовимся. Я скажу, что мы, если их сравнить, то, допустим, на Олимпийских днях молодежи мы были первыми, на Кубке были первыми. То есть, ну, довольно-таки прилично выглядим. Значит, у нас из региона, у нас, в принципе, здесь все представлены, наши регионы, которые развиваются. Это и Светлогорск, и Жлобин, и Мозырь, вот, и Ветка, и Октябрьский район. Вот у кого сейчас мальчишка выступал в первой паре, если вы снимали его, вот, и Лельчицы. Так что, в принципе, все наши регионы задействованы здесь. На турнире будут выступать и девушки, правда, только в финалах. Конкуренция в этом возрасте у них слабая. Среди юношей лидеров стараются не выделять. В финалах сильнейшие определятся сами. Большинство из ребят уже знакомы друг с другом. Нередко вместе тренируются. Хотя, например, Александр Каревский со своим соперником никогда раньше не встречался. Но уже готов к поединку. Ты уже встречался с соперником, который вот у тебя будет на финале? Нет. Ну, знаю, что он много двигается, повыше меня ростом. Ну, я подготавливаюсь, получается, когда стою там в парах с кем-то или просто имитирую, у меня пока что время есть. Вот я сейчас буду больше тоже двигаться, ну, поджимать и работать через живот и так далее. Финалы первенства области пройдут 18 января. Начало в 11 часов.